Ребят, всем привет! Многие думают, почему на их видеокарте не крутятся кулера. И для вас постоянно это остается секретом, да, и загадкой. И смотрите, сейчас мы запускаем бублик под названием Фурмарк. Посмотрим по температуре, смотрите, 53 градуса. Смотрим на видюху, и кулера закрутились. А что это значит, ребятки? То, что после температуры 50 градусов обычно у нас начинает крутить кулера. Вот так вот ответил на вопрос, почему не крутят кулера на вашей карте.